Всем привет! Вы на канале Ленкины вкусняшки. Сегодня мы с вами приготовим ленивые голубцы. Для голубцов мне понадобится фарш у меня домашний, курица плюс свинина. Здесь у меня уже отварен рис. Здесь капуста. Капусту я миленько порезала и залила кипятком, чтобы она стала помягче. Минут на 15. Потом воду слила. Еще мне понадобится лук, чеснок, яйцо. Для соуса мне понадобится сметана, томатная паста, лавровый листик. Также понадобятся специи любые по вкусу. Еще мне понадобится для соуса немного муки и растительное масло для жарки. В фарш вбиваю яйцо, добавляю капусту, отваренный рис, мелко нарезанный лук добавляю. Лук можно, конечно, измельчить на мясорубке вместе с фаршем или измельчить на блендере, если не любите нарезанный лук. Добавляю немного черного молотого перца и солю по вкусу. Вы можете добавлять любые специи, которые вам больше нравятся. Теперь все нужно хорошенько перемешать. Фарш у меня готов, теперь буду формировать голубцы. Влажными руками беру немного фарша подготовленного и формирую вот такие небольшие котлетки. Голубцы я буду готовить в мультиварке. Нагреваю немного растительного масла и обжариваю наши котлетки-голубцы до полуготовности. Пока наши голубцы обжариваются, я приготовлю соус. В миску выкладываю сметану. К сметане добавляю томатную пасту и муку. Все хорошенько перемешиваю. Теперь вливаю кипяченую воду и довожу до нужной консистенции мне соус. Должен быть не очень густой. Еще немного подсолила по вкусу. Когда голубцы у меня уже все обжарены, я их заливаю подготовленным соусом. И оставляю тушиться их примерно минут 30 до готовности.